Лучших хлеборобов Анапы встретили разудалой песней участники хора «Русские узоры» из станицы Анапской. Мэра Анапы угостили душистым караваем, символом хлеборобов и всех, кто трудится в агропромышленном комплексе. В этом году по показателям урожайности зерновых и зернобобовых культур город-курорт занял лидирующие позиции в Анапо-Таманской климатической зоне. Валовой сбор зерновых составил 54 тысячи тонн. Ну, я не ожидал. Вы меня приятно удивили, честно говоря. То, что вал больше 50 тысяч тонн. То, что проводите сразу после уборочный комплекс. Я хочу вам выразить благодарность за ту работу, которую вы проделали. И сегодня поздравить лучших из лучших. И уверен, что у сельского хозяйства она большое будущее. Под урожай 2013 года было посеяно 10 500 гектаров озимых. Уборка проводилась с помощью 39 комбайнов. 17 из них принадлежали сельхозпредприятиям и крестьянам, а 22 единицы уборочной техники были привлечены со стороны. В течение всего сельскохозяйственного года анапскими аграриями была проведена огромная работа. Поэтому и урожай они вырастили достойный. В кратчайшие сроки они завершат послеуборочный комплекс и начнут подготовку к севу озимых. Уже под урожай 2014 года, который необходимо будет провести на площади 14 тысяч гектаров. Лучшие руководители сельхозпредприятий, механизаторы, водители, инженеры, трактористы были отмечены грамотами и подарками. За наивысшие показатели валового сбора и урожайности зерновых, колосовых и зернобобовых культур этого года почетной грамотой главы муниципального образования город-курорт Анапа были награждены 9 человек, работающие на предприятиях агрофирма «Гастагай», УПХ «Анапа», СП «Россия». Сергей Сергеев пообещал хлеборобам, что следующий праздник администрация города проведет в сельском округе, который станет лучшим по показателям урожая сельскохозяйственного года. С ответным словом выступил директор агрофирмы «Гастагай» Геннадий Демурчев. Хотелось бы, конечно, слова благодарности сказать вашему заместителю Михаилу Ивановичу, всей команде управления сельского хозяйства, которые практически с предприятиями вместе трудились для сегодняшнего дня, чтобы получить вот такой урожай. Мэр Анапы заверил, добросовестным работникам муниципалитет Анапы будет оказывать всяческую помощь. Занимайтесь, я буду создавать условия. Мы будем отдавать вам лучшие места на рынках. Индивидуальный предприниматель Николай Лазарев доволен, что в Анапе успешно реализуется программа господдержки малых форм хозяйствования. Ведется помощь со стороны банков. Мы кредит брали, трактора уже выплатили, комбайн брали. Уже практически тоже закончился кредит. Сейчас еще новый трактор взяли. На сезонные работы берем. Анапские аграрии надеются, что 2014 год будет еще более удачным, а показатели сбора урожая превысят результат этого года. Светлана Авилова, Андрей Страдубцев, Анапа регион.